Утром, встав с постели, я сразу думаю, какая часть тела откажет у меня сегодня. Да, мы пассажиры судна, медленно идущего ко дну. Ты медленно, а я как перевернутый Титаник. Как твоя личная жизнь? Видишься, как ее трескает? С Тристиной. Уже нет. Жаль, она хорошенькая была. С ней не о чем говорить, она в два раза моложе. Такие женщины уже старухи. Да пошел ты, Норман. Посчитай. К тебе гость. Сэнди. Привет, детка. Когда я умру, ты присмотришь за Норманом. Я? Да, ты ведь его лучший друг, так? Ну, я не знаю, так? Нет, ну лучше с ней не спорить. Хорошо. Послушай, мы все боимся, потому что живем в чертовом страшном мире. Но мы справляемся, ведь мы не одни. И кто есть у меня? Я, придурок. Ну же, Норман, ты подавлен. Пройдет. Пройдет. Моя работа меня не радует, и я только что отвез свою 45-летнюю дочь в лечебницу. Папа! Я не хочу тут оставаться! Я сама справлюсь! Не останавливайся. Не у тебя одного тут проблемы. А какие у тебя проблемы? Ты встречаешься с прекрасной Лизой. Ты сходишь по мне с ума? Ты меня веселишь. Мне подходит. У тебя успешный бизнес, чудесная любящая дочь. Где ты был? В туалете. Опять? А что не так? Все так. Думаю, у него какие-то неполадки с простатой. Быть человеком больно. Ужасно больно. Все исследования мира не излечат эту боль, потому что быть человеком и чувствовать боль – это одно и то же. Как прошел день? Встречался со странным мужичком. Он засунул палец мне в задницу. Вы меня дополняете. Завидую тебе. Еще способ усугубить экзистенциальное отчаяние. Не обижайся, но ты и так мрачноват. Я способен на большее. Знаешь, ведь это уже четвертые похороны за месяц. В нашем возрасте это называется социализация. Норман? Мэдлин? Мы встречались при этом, как его... Странно, что никто не покалечился. Что ты говоришь? Я постоянно что-то подворачивал и вывещивал. Ну и ну, отличные похороны. Я кое с кем встречаюсь. О. Он старше меня. Лет 10? Ближе к твоему возрасту. Привет, я Мартин. Господи, Минди. У вас много общего. Точно, мы оба чудом избежали полиомиелита. Он же не болел? Привет, пап. У нас будет гость к ужину. Оу. Мы с ней недавно сошлись снова. Не передать, как я рада, что вы снова нашли друг друга. Извините, я так не могу. Милый, ей просто нужно время и немного доверия. Мы с ее матерью доверяли ей полностью. Мэдалин, ты не понимаешь. Успокойся уже. У тебя в жизни всего две женщины, и тебе удалось прогнать обеих. И зачем я с тобой вообще говорю? А с кем еще? Сэнди Камински создает монстров с 81-го. Так и есть. Сделать новый выбор, то, что сделает тебя живой. А это значит чувствовать печаль, гнев, страх, восторг. Тогда мы узнаем, какой актрисой ты можешь стать. Сдохни, жлоб неадекватный! Боже, откуда столько злости? Сам не знаю.